Да, приветствую, друзья. Вот именно сейчас мы поговорили с нашими мастерами ТРИС, с почетными участниками нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus, с Виссарионом Сибиряковым и Михаилом Шустерманом. Мы поговорили о том, что достойная цель по представлению ТРИС, о котором говорил и сейчас покажу, Альтшулер. А поскольку Виссарион и Михаил, они из школы ТРИС и разбираются в этом, и мастера ТРИС, это большое звание, мастер ТРИС. Я, конечно, никакой не мастер ТРИС, но я тоже изобретатель, и поэтому мы друзья, и поэтому говорили о достойной цели, чтобы сократить кризисы и войны, и потребность в лекарствах. Ну, мы достаточно плодотворно поговорили, за что я очень благодарен и Михаилу, и Виссариону. Но при этом я хотел как? Чтобы все подключились, чтобы это видео всем показать, и как мы рассуждаем на эту тему, как решать эту задачу, такую глобальную проблему человечества в нашей точке неопределенности всепланетарной, в этой точке бифуркации, чтобы все подключались и решили этот вопрос. Ну, конечно, не сразу решили, а там, вот как сказал Виссарион, годы на это нужны, это не одно поколение нужно, сказал Виссарион. И это мы все обсуждали и обсуждали, как это сделать. И Виссарион сказал, нельзя этот материал сейчас выставлять для всеобщего обозрения, а надо сначала сформулировать четко саму задачу, стадии выполнения. Ну, я с этим согласен, но я потом спросил, а можно ли это дать участникам, почетным участникам школы «Человек будущего» Homo Futurus, за плечами которых уже стоят какие-то сделанные дела, которые уже в наших книгах, как соавторы, значатся со своими приемами, со своими советами и так далее. Ну да, ребята, ну, я могу так сказать, потому что мы люди уже в возрасте. Они сказали да, дай почетным участникам, пускай каждый скажет свое мнение, сделай с ними ролики. О чем я и говорю, вот так оно и происходит, подключение общества сначала тех, кому ты действительно доверяешь, чтобы там случайные разговоры не были, все хорошие, все люди-творцы, ну, чтобы было понятно, как правильно это все делать, чтобы это не замусорилось, ну, всякими ответвлениями, потому что очень много людей в тревоге находятся, со страхами находятся, они больше, чем то, что у них сейчас болит, об этом не готовы разговаривать. А там как раз-таки очень серьезное обсуждение. Поэтому мы сейчас вот выпустим вот этот ролик с моим монологом. Я его дам ограниченному числу людей. Ну, например, Роману Газенко, нашему психолингвисту, у которого более 20 или 40 документальных фильмов. Да. Ну, который бывший разведчик, психолингвист и так далее. Также дам Руслану Гитинову, своему другу, с которым мы в свое время, он был начальником милиции, полковник в Каспийске, там, в Дагестане. И он меня пригласил для того, чтобы мы детей обучали снимать страхи и комплексы. И там мальчик один сказал, когда я его спросил, ну, что ты сейчас чувствуешь после того, как он приемы ключа сделал, он говорит, голова умнее стала. Ну вот, видите, вот Руслану дам Гитинову, чтобы он посмотрел. Абакумовой нашей дам любовь. Бабайловой, Марии Ако дам. Борису Коневскому. Ну, Александру, который пишется в Телеграме у нас. Подписывайтесь на Телеграм, будет очень интересно, очень важно, потому что мы будем помогать людям справляться со сложной ситуацией неопределенности. Очень там дам, ну, человек 10-12 дам, и с каждым из них попрошу их, чтобы мы записали ролики по этому поводу, как они посмотрят вот этот наш разговор, скажут свое мнение, и скажем из них, запишем ролики и выставим тоже, и таким образом будем
инициировать вовлечение в этот серьезнейший разговор о достойной цели, да, именно серьезно вовлекать туда людей, чтобы все вместе решали глобальную проблему человека и человечества на очень высоком серьезном уровне. Да, друзья, вот так мы сейчас и сделаем. Видите? Ха-ха. Вот так. Привет вам. Будьте здоровы, счастливы. И мы это должны сделать. Потому что мы болеем за наше будущее поколение, за наших детей, внуков, правнуков, за подростков. Мы должны это сделать, люди старшего возраста. Иначе наша жизнь не имеет никакого смысла. До встречи, друзья. За лучшее будущее, от школы человек будущего, Homo Futurus. До встречи.